Свинг, Диксиленд, бибоп – все это о джазе. Посвященный ему фестиваль «Весна-2018» проходил в Петропавловске 2 дня. Анна Жицкая побывала на вечере джаза. Луи Армстронг, Нина Симон, Фрэнк Синатра. Великие джазмены стали олицетворением Америки эпохи гангстеров, сухого закона и черно-белого кино. Джаз появился больше 100 лет назад. Зажигательные африканские ритмы в сочетании с европейской элегантностью и новоамериканским шиком покорили сначала Новый Свет, а затем и весь мир. Джаз стал олицетворением музыки свободных людей. И по сей день у этого жанра много поклонников. В областной филармонии собрались блистательные джаз-бенды из Казахстана и России. Я начал играть на саксофоне, не потому что вдохновился творчеством Батырхана Шукенова. Сначала было очень сложно, многое не получалось. Чтобы играть на саксофоне, нужно иметь хорошие легкие и диафрагму. Теперь я получаю от этого удовольствие. Играю 2 года. Помимо саксофона, умею играть на гитаре и фортепиано. Я бы хотел продвигать джаз в Казахстане, особенно среди молодежи. В Петропавловске международный джазовый фестиваль проходит в 11-й раз. Больше 170 участников радуют зрителей своим исполнением. Очень расширилась география. У нас никогда не приезжали южные области, такие как Талдыкурган, Алма-Ата. Вот. К нам никогда вот на этот фестиваль не приезжала Астана. Джаз – это состояние души, по-другому я сказать не могу. Когда играешь джаз, джазовую музыку, появляется настроение, появляется драйв, хочется творить. Фантазирует. Этот жанр много раз преобразовывали, а в прошлом веке он пришел к своей золотой середине – импровизация, свинг и вокальная экспрессия с элементами блюза. Чувственные мелодии погружают в атмосферу новоорлеанских кабаре. Данияр Жолбарысов участвует в фестивале впервые. На сцене выступает 15 лет. Исполняет поп, эстрадные композиции, песни из оперет. Но больше всего любит блюз и джаз. С самого детства я мечтал петь с оркестром. И мечты сбываются. Вот. И особенно была мечта исполнить именно эту песню Майкла Бабла «Feeling Good». Я завожусь там, и оркестр на меня смотрит, тоже питает всю эту энергетику. Джазовый фестиваль проходил в Петропавловске 31 марта и 1 апреля. Для зрителей артисты подготовили 3 концерта. Безумно понравился коллектив из Магнитогорска. Заряжает такой потрясающей энергетикой. На джазовый фестиваль стараюсь посещать каждый раз, как у нас проводят в городе. Публика действительно поддерживает артистов, что это немаловажно. Само направление джаз мне очень интересно. На таком концерте я впервые. Анна Жицкая, Адиль Нуржанов, новости МТРК.